Мигающий желтый светодиодный светофор Т7, работающий на солнечных батареях. Такое средство предупреждения водителей появилось на некоторых нерегулируемых пешеходных переходах города, преимущественно рядом со школами, для безопасности самых любознательных и озорных членов общества. А также удобство всех участников дорожного движения. Для оборудования перехода около 43-й школы потребовалось почти 400 тысяч рублей. В стоимость входит нанесение разметки, удаление пней и деревьев и многое другое. Там мы сделали две искусственных неровности, ограждение пешеходное устанавливается, то есть это один погонный метр, 2500 рублей ограждение. Ну, где-то порядка 200 тысяч стоит именно вот этот светофор Т7. То есть в эту стоимость входят опоры, кронштейн над проезжей частью, солнечные батареи, аккумулятор, ну и дорожные знаки вот эти с лампочками. В Рязани уже есть 7 таких пешеходных переходов. Проект по их установке был запущен в прошлом году. Тогда был установлен один светофор. А уже в 2016-м появилось 6 таких предупреждающих объектов. Так что можно говорить о том, что Рязань делает шаг в будущее, внедряя передовой опыт. Светофоры Т7 – очень независимые объекты, не требуют платы за электроэнергию. Они удобны тем, что их не нужно подключать к электрическим сетям, частным домам, к магазинам. Из этого вытекает, что пешеходные переходы по таким технологиям можно оборудовать где угодно. Поэтому в рамках организации безопасности дорожного движения они появляются и на опасных участках дорог, в местах концентрации ДТП. У нас, например, на Ряжском шоссе Химволокно, там было очень много случаев наездов на пешеходов, в том числе со смертельным исходом. И мы там в первую очередь в том году поставили такой светофор. Вот, насколько мне известно, в этом году там не было у нас несчастных случаев, связанных с этим. И пусть проект пока находится в тестовом режиме, можно говорить о том, что он уже приносит свои плоды. За год дирекция по благоустройству города опытным путем выявила, какой мощностью должен обладать аккумулятор светофора, чтобы светодиоды продолжали мигать всю ночь. В изначальном варианте объема батареи не хватало. Следующим преобразованием светофоров Т7 станет появление на самих знаках пешеходных переходов новых маленьких лампочек. По 4 на каждый в углах дорожных знаков. Это будет сделано для того, чтобы еще больше обратить внимание водителей на пешеходов и привлечь их к бдительности на дороге.